Если вы в эту игру хотите выиграть, вам нужно понять и разбираться, кто боты, кто живые люди, как общаться и что делать с живыми людьми, а что делать с ботами. Да? То есть, например, элементарно, если вы боту в своем бизнесе где-нибудь, дворнику, повысите зарплату. Друзья мои, к сожалению, я не могу всю правду здесь рассказывать, потому что были попытки закрыть мой канал, и его наконец-таки сотрут, если я буду вам полностью всю информацию выдавать. Поэтому я сделал, как все вменяемые люди, просто канал на Телеграме, где вы можете всю эту правду тет-а-тет, все в деталях, в пикантных нюансах узнать.